любви по мотивам повести «Ромео и Джульетта» на цирковом языке рассказывают Анна и Илья Жуковы. Весь номер, в том числе практически под куполом, семейная пара работает без страховки. Страх, рассказывают, уходит на задний план, концентрируется на доверии и эмоциях. Мы семья. Да. Номер про любовь у нас, о любви, о взаимоотношениях. А мы, как супруги, все это, как сказать, не с легкостью, но передаем зрителю. Насколько это возможно, так, чтобы зритель нам поверил. Обычно я говорю, что мы не работаем на представлении, не для зрителя. Мы живем во время представления, потому что если мы просто отработаем, нам никто не поверит. Поэтому нам надо сделать так, чтобы зритель, который вышел в антракт после нашего номера, и мы у него остались, как говорится, здесь в душе. А эти смелые леди, как может показаться, не боятся ничего. На манеже тегельского цирка они ловко выполняют команды художественного руководителя Тиграна Акопяна верхом на верблюдах. Бегемоты – редкие артисты на манеже. Появление Юлианы тагильчане ждали с нетерпением. В том числе благодаря этому номеру шоу Тиграна Акопяна входит в пятерку лучших программ российского цирка. Чем программа уникальна? Ну, конечно, в первую очередь, это наша главная звезда – это Юлианна. Вот, по простонародному Юлия, это бегемот. В цирковой системе всего два номера с бегемотом. Поэтому это большая редкость. Даже не во всех зоопарках они есть. Да, они с характером, да, и в природе тоже они бывают очень сложные. Это не мои слова, это вообще все говорят, даже африканцы говорят, что самые агрессивные животные – это бегемоты. Здесь особо мы с ними не занимаемся, не пытаемся, знаете, заставить их, чтобы они что-то творили там, чудеса. Чисто видите, вот то, что они умеют по природе. На сухие обезьяны, крокодилы, змеи, пони, шимпанзе, дикобразы, французские баллонки и бобтейлы. В такой компании двухчасовая программа пролетает на одном дыхании. Отличное представление, нам больше всего понравилось. Обезьяны замечательные, бегемот вообще супер. Ну, в целом все отлично, акробаты просто молодцы. Бегемот, конечно, были эмоции, но не настолько, когда человек прыгал, закрывал голову на этом. Это что-то с чем-то было. Больше всего понравились красивые животные, красивые, ухоженные. И трюки, которые выполнялись, очень классно, эффектно, без страховки. Вообще очень-очень хорошая, интересная программа. Тропик-шоу пробудет в Нижнетагильском цирке до 17 октября.